Ну і власне велику частину золотого запасу російської армії вже знищено. Деякі підрозділи зменшилися майже на 70%. Про це заявив Олексій Арестович. За його словами, найбільше дісталося десанту та частині спецназу. Потери в некоторых подразделениях уровня рота батальона до 60-70% достигали. Причем ВДВ повышибали еще золотой запас каждой армии, то есть это звено, командир батальона и штаб батальона, командир бригады. Вот на этом уровне штабы, то есть это наиболее подготовленные специалисты в расцвете сил, еще не оторвавшиеся от земли, и которые выполняют связующее звено между высшими штабами и войсками. То есть это золотой запас комбаты, значит, и штаб бригады, командир бригады, это золотой запас любой армии. И вот его повышибало очень сильно, вплоть до полной гибели многих полков, как это командование многих полков и бригад, отдельных батальонов и так далее. Очень сильно пострадали. И, безусловно, потери колоссальные просто. 76-я дивизия Псковская пострадала наиболее, по нашим данным. Но многие бригады и другие дивизии, ну, очень сильно пострадали.